И всем привет! Вы находитесь на канале Legus, и сегодня я вам расскажу про мою самоделку Lego Technic пистолет. Это реально прикольная самоделка, и этот пистолет будет реально стрелять вот такими вот патронами. Так, вот такими вот пинами. Вот. В барабан его влазит 6 пулек. Ну и давайте я вам покажу этот пистолет поближе. Ну и, конечно же, будет инструкция по нему. Этот пистолет, получается, работает тут от двух резинок. Да, от двух резинок. Вот. Ну и давайте уже приступим к его обзору. Ну а перед началом видео не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Ну а мы уже начинаем к его рассмотру. Но когда мы натягиваем, получается, вот этим вот курком. Так, сейчас я... Ой-ой-ой, что он туда как-то далеко зашел. Вот. Когда мы натягиваем этим курком за вот эту шестеренку, чтобы она не соскакивала, вот так, чик, все, она в таком положении, то вот этот вот крючок стреляет довольно сильно. Сильнее, чем вот этот вот спусковой крючок стоит в таком положении, вот, вот таком. Вот. Обратно можем ввести, все, ну и давайте еще раз стрельнем. И потом я вам покажу, как он стреляет реально в длину. У меня будет одна мишень прикольная. Думаю, вам она понравится. Реально будет смешная. Так, и... Все. Вот он опять. Нету тут пуль, патронов в барабане. Вот. Так, ну и давайте я вам поближе покажу этот пистолет, чтобы вы видели вообще, как он выглядит. И покажу, как он уже стреляет. Получается, тут идет две резинки. Вот одна резинка и вот другая, желтенькая. Вот они. Одна резинка вот эта, она оттягивает вот этот вот крючок, который сам выстреливает вот эти вот патроны. Он бьет, получается, вот по ним, вот мы его отпускаем, он попадает вот в этот пин, и он выстреливает, получается. Вот, в барабан влазит, я уже еще раз повторю, 6 патронов, его вращаем рукой, вот так. Да, конечно, я не придумал, как сделать так, чтобы он сам вращался. Ну, в принципе, ладно. Вот, давайте я сейчас покажу, как он вращается, быстренько, как он стреляет. Так, натягиваем, все, ну и давайте. Вот, видите, вот тут патрона нету. Он реально очень стреляет хорошо, но для стрельбы нам понадобится тут, получается, еще есть один курок, вот он тоже подрезинен. Чтобы пистолет лучше стрелял... Получается, если бы у нас вот этот вот механизм стоял бы в таком положении, вот, вот таком, то вот этот вот крючок не очень бы сильно стрелял. Ну что, вот я поставил такой ракурс, чтобы было видно, как стреляет наш пистолет. Ну, и вот по такой мишени мы будем сегодня стрелять. Это такой НЛО. Я сделал его вот такой НЛО, у него есть сзади подставочка вот такая вот. Вот так он выглядит, прикольный, кстати. Вот, тут у него глаза есть, вот, ну и давайте его уже поставим, сейчас будем по нему стрелять. Так, ставим его, пистолет наш пистолет, получается, стоит в правильном режиме, вот, ну и давайте попробуем стрельнуть. Выставляем барабан на центр, так, и давайте, так. Ой, промазали. Ладно, сейчас еще раз барабан выставляем. Так. Давайте. Раз. Два. Три. Сейчас еще раз стрельнем. Так, вот. Соскочил, получается, наш вот этот вот предохранитель. Взводим его. Все, взвели. Барабан ставим. Давайте еще раз стрельнем. Так. Что-то мы не попадаем в него. Везет пока НЛО нашему. Так. Все, взвели. О, попали. Вот, даже его сдвинуло с места. Он реально большой, кстати. И вот такого большого сдвинуло с места. Это очень реально мощный пистолет. Советую всем его сделать. Вот. Так, опять взводим наш предохранитель. Все. Давайте сейчас покажу вам в длину, как он стреляет. Отлаживаем нашего НЛО. Давайте стрельнем, попробуем. Так, наведу камеру.
Так, взводим наш механизм и барабан. Так, раз, два, три. Вот, он, получается, еще даже этот пистолет, патрон, то есть, врезается в дверь. Это значит, он будет еще дальше лететь. Вот. Вот такой вот очень мощный пистолет. Советую всем его сделать. Ну и давайте уже перейдем к сборке.